Всем привет! Вы на канале Favision, и сегодня мы будем проводить плановую чистку нашего дрона. Лучше всего делать это в специализированных центрах технического обслуживания, так как наши специалисты частенько ремонтируют устройства после пользователей, которые пытались чистить дрон самостоятельно. Любовь поковыряться в сложной электронике не побороть, поэтому мы решили показать, как проводить безопасную внешнюю чистку. Выработаем у вас понимание, что и чем можно чистить, чтобы вы не стали членом печальной статистики. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. А мы начинаем. Итак, нам понадобятся ватные палочки, спиртосодержащие салфетки, жидкость для чистки линз и специальные салфетки, груша для продува, карандаш для чистки линз и щетка, в нашем случае зубная, потому что это просто удобно. Этими инструментами я обзавелся в течение многих лет. Вы же можете приобрести на маркетплейсе специально собранные наборы, в которых будет все перечислено и даже немного больше. Ну а теперь перейдем к чистке. Начнем с пропеллеров. Снимаем их, чтобы не мешали нам в дальнейшем. И протираем спиртосодержащими салфетками. Пока протираем, оцениваем состояние. Если вы заметите, что на пропеллерах есть сколы или трещины, немедленно их замените, так как это угроза безопасности дрона. Далее берем щетку и прочищаем изгибы устройства, так как в этих местах аккумулируется самое большое количество песка и грязи. Также можем продуть эти места. Вначале прокручиваем моторы руками. Если моторы ходят свободно, то их можно не трогать. Ну или продуть, чтобы заработать плюсик в карму. В случае, если вы испытываете сопротивление при вращении или слышите похрустывание, очень хорошо продуйте моторы. Лучше на такие случаи иметь баллон со сжатым воздухом, либо с неистовой яростью давить на грушу. Оба способа хороши. Но если оба оказываются неэффективны, лучше обратитесь в сервисный центр. Песок в моторе ничего хорошего не сулит. Чистка камеры. Чистка камеры, как и чистка объектива, иногда попадает пылинка, которую можно сдувать часами. Снимаем все лишнее. Пальцами фиксируем камеру и продуваем грушей или смахиваем жесткой кисточкой. После этого берем раствор и бумагу для чистки линз. Или влажные салфетки, которые предназначены для этих же задач. Никогда не протирайте объективы, фильтры или поверхности камер спиртосодержащими растворами или салфетками, так как на любой оптике есть заводское напыление, которое несет определенные свойства, и протирая спиртом, вы стираете напыление, которое невозможно нанести повторно. Берем фильтр и ловим блики, чтобы увидеть, есть ли у нас пятна на фильтре. Если есть, то берем карандаш для чистки оптики и протираем стороной, на которой находится микрофибра. После чего при желании протираем салфеткой с раствором, которую мы использовали при чистке камеры. Тут все просто, вынимаем батарею и осматриваем контакты на дроне и на батарее на предмет коррозии. Если она есть, то обратитесь к специалистам, чтобы вам ее почистили. Если коррозии нет, без фанатизма проводим чистку при помощи щетки и продуваем, после чего ставим на место. Переходим к датчикам. Протрем их кисточкой или продуем грушей, так как в случае, если на поверхности будет песчинка, мы можем поцарапать поверхность, а это не очень хорошо. После того, как смахнули жесткий мусор, берем ватную палочку и начисто протираем сенсоры. Не пренебрегайте чисткой сенсоров, ведь именно они не дают дрону врезаться в стены. И на этом наша чистка завершена. В зависимости от того, в каком регионе вы живете, повторяйте эти несложные действия примерно раз в 1-2 месяца. И тогда ваше оборудование будет исправно вам служить. Не забудьте поделиться этим видео с другом, который любит полетать. Ну а мы пойдем делать новые ролики. До новых встреч!